В микрорайоне Изумрудный построят школу на 1125 мест. В рамках 8-го Восточно-экономического форума состоялось подписание меморандума о намерениях между администрацией Владивостока и обществом просвещения «Буревестник» о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования. Подписи под документом поставили глава Владивостока Константин Шестаков и генеральный директор корпорации развития Приморского края Игорь Трофимов. Микрорайон Изумрудный является частью района Снеговая Падь и испытывает дефицит свободных мест в школах. Решением проблемы станет строительство нового образовательного учреждения. Финансирование проекта будет происходить в рамках программы «Дальневосточная концессия» от Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ввод в эксплуатацию планируется в 2026 году.